все взлетали. Я вообще, честно признаться, первый раз на слете аниматоров. Да, да. Это для меня первое событие. Мне кажется, все очень интересно. Я посмотрела программу, посмотрела спикеров. У нас не было такого масштаба, вот размаха, да, анимации. Я, конечно, с впечатлением. Наверное, во многом благодаря каким-то визуальным сопровождениям, роликам, что такого уровня вещи создают люди просто там, которые обучение проходят, что в студиях такие вообще мультики делаются. Я прям, конечно, под впечатлением. Сходить, мне кажется, интересно абсолютно совершенно на все. Я надеюсь, конечно же, пообщаться здесь с коллегами своими из других компаний. Сегодня вечером я беру интервью Джона Стивенсона, режиссера «Кунг-фу панды». Мне кажется, вот то, что я, по крайней мере, вижу сейчас, и мне это очень нравится, что здесь кипит жизнь, все такие увлеченные, вовлеченные, кругом происходит что-то много всего интересного, круглые столы, спикеры. Мне кажется, это очень-очень классно. И это очень круто, что все это как-то под одной крышей происходит. Это действительно очень вдохновляет.